Ведь это в основном стишок для тебя, так что слушай, пожалуйста. Не ходи никуда, сиди на месте. Я хотел Полину проводить, ну что это? Ну, я понимаю, что хотел Полину проводить, но... Окей, постараюсь. Программеров пол Нью-Йорка, а геологов раз-два и обчелся, как иголка в стоге сена. Здесь молба ходит добрая. В Алжире Витя как-то нефть нашел. Это вам не пыль в квартире, не в аптечке корвалол. Нефть искал зимой и летом, шел сквозь ветер и пургу. На вопросы знал ответы, говорил всегда «могу». Сколько было чаепитий, посиделок до утра, сколько радостных событий, сколько песен у костра. Все события, простите, перечислить не берусь. Почитай нам что-то, Витя, ты ведь помнишь наизусть. Где ты, Аня, отыскала Витю, чудо-казака? Я прошу поднять бокалы в вышину под облакам.